Вилмар против Ариса. Поехали. Посмотрим, даже интересные... посмотрим, кто возьмет first hit. Так, не панишит. Плохой. Так. Нет, нет, мне это... вот здесь нужно было хеллспарки делать, я думаю. Так. Всегда один хеллспарки, контрпоки. Так. Просто бросай этого. Бросил бы его в угол. Два бара есть у Вилмара, означает, если он правильно. Но он. Да, он при этом он не брейчит, что делает правильно. Да, да нет, вот. Вейкап. Так, так. Так, вот сейчас войнапок. Прыгнул, вот, наконец-то. Отличный, отличный. Апперкот, да, спарки отлично работают. И вот, нужно сейчас угадывать, и Вилмар не угадал бросок. Так. Он еще не знает эту манеру Ариса, которую... Ну, Арис любит бросать после этой штуки. Так. Вот, не угадал. Сидел в это время. Нельзя, надо было заканчивать пиловой комбу, чтобы делать оки, но и не комбиться. Спарки слишком далеко, слишком далеко Арис приземлялся, так. Что не помешало ему в атаку пойти. И весь метр Вилмар потратил. Зато в угол заводь дропнул. Так, Арис не угадал. Опять Арис законфермил в комбо. И нельзя было давать ему делать спарки, но он дал это сделать, и в итоге... А, Арис все равно запорол, не будет вортекса пока что. Критическое количество дропов, нету метра, и... Критическое количество... Ох, молодец! Работает оверхед, работает. Он всегда работает. Даже не очень понятно, хотел ли он сбивать именно... Вот именно сбивать телепорт, но... Вышло как нельзя лучше. Ой-ой-ой. Прямо таки попался. Да. Идет. Не миксапит Арис, но отпускает блок, да. Вилмар. И сейчас все не Вилмар очень не хорошо. Угадал. Все не очень хорошо для Вилмара. Ему нужно сейчас угадать. Так. Вот он просто делает поку. Арис угадывает. Арис. И нет. Ну да, он дропнул. Задним хитом просто как-то за головой. Это конец. Да. Первый бой. Так, куда? У нас пошел второй бой. Давай, сразу отдел. И вы понимаете, он ест на вейкапе спарки. Они действительно очень хорошо работают. Так. Они очень хорошо работают в очень многих случаях, как Арис показал. Гиммики с телепортом и вот не там, знаю, где Вилмар, моча, там, где шина, как чар работает очень хорошо. Так, три бара у Вилмара. Так. Да. Да, но, к сожалению, спарки. Спарки, да, спарки топ. Зонинг спарками на самом деле очень хорошее решение, потому что на максимальной дистанции они мало того, что не наказываются, они избивают еще и в воздухе, и вообще где угодно. Не угадал. Так. Будет ли... Давай, вот... Метра у него не было, поэтому на прессинг не вышел. Да, вот ловит, здесь ловит, вот не ловит, угадал. Ловит он муштек. Акиземя. Да, не угадывает. Вот перепрыгнул! Наконец-то, да. Хорош. Наконец-то забейтил и... Блочить? Нет, не угадал с покой. И промазывает... Добил и где-то на исходе, да, на исходе здоровья. Должен Вилмар сейчас обращать внимание на то, что у Ариса находится... Ну, у Ариса сейчас 1.5 метра есть. И уже практически, уже не два. Угадывает, не угадывает он слоу, и это будет... Он крадет бросок, и не угадает, сейчас будет больно. Так. Но он угадал, и, к сожалению, не наказывается. В самый последний момент. Так. Оверхед, да. Оверхед, да. Сегодня... Спонсор сегодняшнего матча. А спонсор сегодняшнего матча? Миксап сегодняшнего... с оверхедом. Да. Спонсор... Миксап с оверхедом. Выйди на комбу. Вот это... Сэр, это отлично. Так, ладно, мы не будем отвлекаться. Совсем мало. И Вилмар еще и может... И сбивает телепорт. Нет. Он может, но... И нет, чип дебаджем добивает. Чип дэмэдж.